а я могу шнурки сам завязывать. Да их даже малыши умеют завязывать. Ванька, Андрюха, хватит спорить. Хотим и спорим. Точно, мы же взрослые. Только я взрослее. Ну хотите, я могу определить, кто из вас взрослее. Давай. Вы должны приготовить мне бутерброд. Опачки. Кто вкуснее приготовит, тот и взрослее. Я самый вкусный бутерброд на свете сделаю. Нет, я. Майонезиком промажу. Я повар от Бога. Ножичком я все разглажу. В бутерброде главное баланс. Колбаска, сырок. Колбаска, сырок. И сверху майонез с хлебушком. Бум. Готово. Последний штрих. Глупые братики. Даня, я первый сделал. Давай, Андрюха, презентуй свое блюдо. Хлеб, колбаска и сырок. Майонезика чуток. И какашка там козла. Из дерьма вся колбаса. Так, тихо, пробуем. Понял, лошара. Как вкусно. Посмотрим, кто еще из нас лошара. Давай, Ваня, презентуй. Два кусочка колбасы, два кусочка сыра. Настоящий бутерброд. Бутерброд дебила! Тихо, пробуем. Вкусно. Ну и кто теперь из нас лошала? Ты! Кстати, кто победил? А знаете, я еще не понял. Как это не понял? Да! А вот так, у вас одинаково вкусно. Но у меня же вкуснее. Нет, у меня. Так, не спорьте. Давайте мне еще коктейль приготовьте. В смысле коктейль? У кого будет самый вкусный коктейль, тот взрослее. Я же сделаю самый вкусный коктейль на планете Земля. А я сделаю самый вкусный коктейль во Вселенной. Накормили, теперь еще и напоят. Я сейчас сделаю мохито. А я сделаю фантаколу. Ну какова красота? Я быстрее Андрюхи сделал. Да, я ценю. Вкусно. Даня, попробуй мой. Сейчас. Тоже вкусно. Ну и кто победил? Кто из нас взрослее? Я строго оцениваю ваши работы. Чтобы решить, кто же все-таки победил и кто из вас взрослее. Так, и что? Говори уже! Мне трудно было принять это решение. Даня, давай быстрее! Но я все-таки определился. Кто же? Кто? Это был... Я! Не понял? Что тут непонятного? Он нас просто использовал! Накормили, напоили. Гад, он поплатится за это. Мы старались очень долго. Лайк хотим, да и не только. Нам подписочка нужна. Жми скорее колокольчик. Кому лень, тому кольчик. А кто навал, получит пончик.